Всем привет! Сегодня 5 мая. И вот произошла разметка наконец-таки изменений в саду. Это будут подпорные стенки. Коллеги со своими аппаратами. Соответственно, те дальние, получается, будут парник. Выходя из дома, можно будет сразу прийти за помидорками, огурчиками. Ну, соответственно, для тех, кто в танке любит красоту, начали выходить уже всевозможные цветы. Конечно же, красота-то неописуемой. Это пока в бутонах. Рододендрон. А это кто тут прячется? Красотень. Пока все мелкие. Вот. Морозник начал цвести. Ой, трехлопастной миндаль, ребята, набрал бутоны и начал цвести. Это неописуемое чувство красоты, своя сакра в доме. Так что пока вот участок так, надеюсь, за месяц-полтора мы приведем здесь все в порядок. Вы сможете наблюдать. Ой, нарциссики. Наблюдать всю красоту воочию. А это мой фруктовый сад. Он уже зацветает. Главное, чтобы не успел заплодоносить тут же. Смородина на штампе. Видели? Нет. А вот посмотрите. Это бесколючая ежевика. Куда без малины. Актинидия пошла. И не просто пошла, а пошла. Оп, это еще прикоп. А вот тут у нас винограды. Они тоже начали просыпаться.